Их работа по-настоящему опасна и трудна. Сегодня Парк Победы похож на место стихийного бедствия. Но улыбки на лицах спасателей говорят об обратном. Это праздник, посвященный 370-летию пожарной охраны России. В этом году пожарной охране России исполняется 370 лет. Ваша работа требует от человека особых качеств, высочайших исключительной собранности и личного мужества. Вначале дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны. А уже после ряды пополняют новыми силами. 10 новобранцев сегодня приняли присягу. Дмитрий Пентелеев один из них. Тушили уж дома обычные, частные. Квартиры также эвакуировали. Людей эвакуацию производили в задымленном подъезде. Пожарная тревога. Это курсанты, которые еще не дали клятву, но свое дело знают на 5 с плюсом. 21 секунда для полной обмундировки. Эта задача для девочек из Тетюшского колледжа гражданской защиты слишком проста, они уже готовы на большее. Ну, кроме того, как зверюшек, птичек, кошечек, мне никого не было. Вот, на этом у меня еще все впереди. Наградить медалью МЧС России за отвагу на пожаре Афанасьева Сергея Александровича. С них молодежь смело может брать пример. Сергей Афанасьев награжден за отвагу при пожаре в мае прошлого года. Под его руководством удалось ликвидировать пожар на автосервисной улице. Горели лакокрасочные изделия, могли быть и жертвы. Мы подали лафетный ствол на тушение, тем самым предотвратили дальнейшее распространение пожара. Награды сегодня получают спасатели, ветераны службы и даже журналисты. Телерадиокомпания «Татарстан. Новый век». ТНВ. Заместитель генерального директора нашего телеканала по информационному вещанию Мадина Тимирдянова удостоена медали за содружество во имя спасения. Почетной грамотой отмечен руководитель службы новостей Сария Хабибуллина. Самое яркое и зрелищное для всех зрителей и гостей праздника – эстафета по боевому развертыванию и тушению условного пожара. Демонстрация спасательной техники. Мы хотим посмотреть, как тут все устроено. И как вам нравится? Да! Огнетушитель. Огнетушитель, еще что? Ну просто, она крутая, большая. Когда было, что буду ездить на этой машине пожарной. Здесь каждый мог убедиться, что сегодня государственная противопожарная служба – это мощная оперативная служба с лучшими кадрами, современной техникой и хорошей научной базой. Ежегодно они совершают около 2 миллионов выездов и спасают от гибели более 90 тысяч человек. Ленар Гинатулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.